Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram и смотрим видео мастер-класса абсолютно бесплатно. Сегодня разбор схемы для шали. Шаль вот такая вот, ананасы. Красивая, интересная, несложная, самое главное, шаль. Давайте посмотрим. Сегодня у нас вязание шали по простой, но интересной схеме, которую все любят. Это у нас ананасы. Они идут на две стороны. Такая красивая слонимская пряжа. Я всегда вяжу в 4 сложения. 2 ниточки беру с центра и 2 ниточки сбоку. И получаю вот такую вот толщину. 400 метров, 100 грамм. Крючок у меня 2,75. Это оптимальный крючок для такой толщины. И мы начинаем вязание с круга. Кружок сделаем небольшой такой. Раз, два, три, четыре, пять воздушных петель. Замыкаем в кольцо. И наша задача провязать в кольцо 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три столбика с воздушной петлей, между ними 2 воздушные. И точно так же нам надо завершить вязание. Мы начинаем вязать 3 воздушные петли подъема. Теперь в центр вяжем столбик с накидом, воздушная петля, 3 столбика у нас идут, и между ними 1 воздушная петелька. Вот это мы с вами связали половинку. Теперь вяжем 2 воздушные петли, это центр, можно потом поставить маркер, чтобы было видно. Столбик с накидом, воздушная петля, 3 раза воздушная петля, столбик и завершающий столбик в наше кольцо. Это мы с вами провязали первый ряд. Вот он, первый ряд. Можно поставить маркер, но в центре здесь будет всегда вязание одинаковое. В центре будет всегда 2 столбика, между ними 2 воздушные петельки. Раз, два, три. Потом начало узора. Опять раз, два, три. Начало узора. Центр вяжется вот таким простым способом. Идем дальше. 3 воздушные петли, столбик с накидом, 2 воздушные петельки и 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем такой кустик. 1, 2, 3 воздушные петли подъема. Столбик, который у нас, мы его видим, первый столбик с накидом, 2 воздушные, 1, 2. И вот у нас здесь 1, 2, 3 в центр. Центральный столбик мы вяжем кустик из 5 столбиков. Раз, два, три, так, еще разочек, три, четыре и пять. Пять. 2 воздушные петельки. Тут у нас с вами центр, то есть мы вяжем столбик. 2 воздушные петли и еще столбик. И повтор. Еще разочек. Иногда бывает, что ниточка расслаивается. Ничего страшного. 2 воздушные петли. Один столбик пропускаем, а в центральный, вяжем 5 столбиков с одним накидом. Один, два, три, четыре, пять. 2 воздушные петельки. И у нас получается 2 столбика с одним накидом. Вот наши столбики, которые у нас здесь есть. И мы в них и довязываем. Раз столбик и второй столбик. Вот, второй ряд. Уже что-то видно, какое-то прояснение есть. Идем дальше. Все точно так же. 3 воздушные петли, столбик, 2 воздушные петли и 1, 2, 3, 4, 5 сдвоенных пышных столбиков. 2 воздушные столбик, 2 воздушные петли, столбик, 2 воздушные и повтор ряда. 2 столбика вяжем. 1, 2, 3. Это у нас столбик и второй столбик.
2 воздушные петли, и там, где у нас были простые столбики, мы вяжем пышный и между ними 3 воздушные петельки. Начало нашего красивого узора ананас. Что значит пышный столбик? Это двойной столбик с общим началом, с общей вершинкой. И 3 воздушные. 1, 2, 3. И точно так же. 1. Так. Еще разочек. 1, 2. 3 воздушные. 1, 2, 3. Наша задача провязать 5 таких пышных столбиков. Между ними 3 воздушные петельки. И это у нас будет такой красивый узор ананас. 1, 2, 3. Последний. 1, 2. По центру я сейчас проговаривала, мы вяжем 2 воздушные петли, те столбики, которые у нас есть, мы их и вяжем. 2 воздушные петельки, столбик. 2 воздушные петельки и вот такой красивый цветок. Повторяем на простых столбиках. 2 воздушные петли, 2 столбика. Вот такая красота у нас уже получается, уже прям красивенько. Продолжаем, довязали. Развернули в обратную сторону 2 столбика. 2 столбика в самом начале и в самом конце всегда. Идем дальше. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Столбик без накида. 4 петли, 4 и 4. И между ними столбик без накида и 4 петельки. Центр вяжем так, как мы уже и вязали. 1, 2, 3, 4 воздушные петли за арочку. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, то есть у нас ряд воздушных петель. За арочку столбик без накида. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. По центру. 1, 2, 3, 4. Центральный столбик. Столбик. 2 воздушные. Столбик. И повтор вот этих наших воздушных арочек. 1, 2, 3, 4, 5. Точно так же с этой стороны вяжем. Довязали. И теперь смотрите внимательно. Провязали первый столбик, провязали второй столбик и смотрим схему. По схеме мы начинаем узор заново в одном месте и в центре. Точно такой узор, который мы с вами уже вязали. Вяжем 3 воздушные петли подъема и 3 столбика. Между ними 1 воздушная петля. 4 воздушные. Один столбик я провязала, воздушная. Во втором столбике, который мы всегда вяжем, мы провязываем 3 столбика и между ними воздушная петелька. То есть мы вяжем уголочек, который нам нужен для начала. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Арочку. 1, 2, 3, 4. Арочка у нас здесь есть. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Вот наш ананас красивый получается. Начало нового ананаса. И вот у нас центр. В самый центр, вот в этот столбик центральный, мы провязываем 3 столбика. То есть так, как мы с вами вязали в самом начале. Мы вяжем столбик, воздушная петля, столбик, воздушная петля, столбик, 2 воздушные по центру и в следующий столбик еще 3 столбика. То есть вторая половинка всегда повторяет первую половинку. Получается 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Заканчиваем вязание точно так же арочками и в предпоследний столбик вот сюда вяжем 3 столбика, 2 воздушные петельки и в центр
Из 3 столбиков вяжем 5 столбиков. 1. 5 столбиков с одним накидом. 2. 3. 4 и 5. И 5. Провязали начало. 4 воздушные петли и 1 у нас арочка останется. 1, 2, 3, 4. То есть мы с вами, вот у нас ананас. Тут 2 арочки. Мы провязываем 1 теперь. 1, 2, 3, 4. Вот наш ананасик готов. Здесь воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И точно так же мы пропускаем первый столбик, а в центральный вяжем 5 столбиков. 5 столбиков провяжем. Вот они у нас обозначены, 5 столбиков. 2 воздушные петельки, столбик, 2 петельки, столбик, 2 петельки. И опять повтор идет. Наш кустик, 4 воздушные петли. То есть все, что мы провязали в этой половинке. Все точно так же. Вот. Кустик, 4 воздушные петельки, 4 петельки, 4 петельки. И опять кустик. Довязали наш красивый ряд, развернули, 2 столбика с одним накидом связали, 2 воздушные петли. И там, где у нас был кустик, мы опять превращаем в красивый цветочек. То есть по 2 пышных столбика, 3 воздушные петли. Это мы с вами уже вязали. Теперь идем дальше. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Как мы заканчиваем наш ананас? Вот у нас осталась 1 арочка, столбик без накида. 1, 2, 3, 4. Довязываем наши пышные столбики. Тут вот, в принципе, половиночка это наша и закончится на этом. Идем дальше. Что хотела показать. Как вязать ананасы, мы с вами уже выучили. Начало связали, пышные столбики связали. Теперь вот что между ними делается, да? 4 воздушные петли. В следующем ряду 4 воздушные петли и столбик с накидом. 4 воздушные петли и уже идет основа. Основа всегда идет одномоментно. Сначала, там, где ананас закончился, и в центре. То есть у нас вместо 2 ананасов уже будет 3, 4 и так далее. Центр у нас всегда вяжется одинаково. Наш красивый узорчик, который все время повторяется, вяжется точно так же. Все повтором. Вот он наш центр. Вот наши красивые пышные столбики. 1 момент и 2. После того, как мы провяжем весь ананасик, у нас вырастет здесь ананас. В самом начале и в центре. Уже будет 3. После того, как мы ананасы свяжем, в центре ананаса у нас появится новый кустик и ананас. Вот такое вот вязание, мне кажется, очень несложное. Все легко повторить. Красивая, хорошая схема. Надеюсь, видео вам понравится. Я сейчас свяжу еще пару ананасиков, чтобы это было более наглядно. И можно будет смотреть по вязанию. Все понятно. Можно смотреть по схеме, как удобнее будет. Вот такая у меня получилась шалька. Точно все по схеме я провязала. Все, как вам показывала, рассказывала. Мы начинаем с 1 ананаса. 2, 3. Закончить можно в любом месте. Схему мы с вами разобрали. Получается вот такая красота. Предлагаю забрать себе в избранное. Еще и схема есть, это здорово. И связать такую легкую, красивую шаль. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Это на самом деле очень важно. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И до новых встреч!